Adesso pot Puccini. Борн Кратц, Виктор Кратц подставлял тоже руки своим ученикам, и они над ним почему-то смеялись, когда он это сделал. Что-то у них там какие-то внутренние смешки. Итак, Меган Дюамель, Крэг Бантин, ученики Ричарда Готье. Также Мэнон Перрон и Бруно Маркот с ними работает, и хореограф Жюли Маркот. Который на четвертой сейчас позиции, но который очень неплохо вчера, помните, катали короткую программу, и очень нам понравилось. Музыкальная, оригинальная. Сейчас Тоска. Три-три. Тоже серьезно. Всегда Готье найдет исполнение музыки, которое будет впервые. Очень сильный. Два тройных. Тяжело. Вот шпагат сейчас будет. Ошибся немножко. И тройной сальхов. Сразу прямо раз и упала туда в тот. Вот уже два оборота. Вот, пожалуйста, они сейчас вот они четвертый уровень получат за Тодос. Могут получить. Вообще не ж... девчонка прямо не ждет. Все, поддержка четвертого уровня. Флип. Слышите, как партнер считает громче любой музыки. Дорожка.
бизнес с разных ног в разные стороны. Движение корпусом. После музыки даже чуть-чуть. После музыки. Музыка. Набор очень сложный, и можно за них не волноваться, что, конечно, выбросы свои они сделают. И это пара, которая будет бороться. Думаю, что за шестерку мира. Вот в прошлом году, только-только соединившись, они как раз были шестыми. Вот. А у себя в Канаде третьими. Очень сильная пара. И Катье очень хорошо работает. У него всегда есть какие-то новые новости. Понимаете, какую нужно иметь, в принципе, степень надежности, чтобы два выброса поставить на четвертой минуте. После 3,5 минут. Причем выброс один Ридбергер, а другой флип. Сделано. 3-3, да. Не дышит, да. Кстати, на том чемпионате мира они обошли на одну позицию уходу. Седьмыми, а шестыми. Ну, Мухорту и Страньком в прошлом году завалили как раз вот эти соревнования. Одни чемпионат мира. Вот, Вася, вот с этого выброса, например, понимаете, это следующее уже поколение, да, парк? Вот с этого выброса Алена Савченко, да, начинается вот эта двойная программа с флипа. А они практически ее заканчивают. $105. Это, значит, нет, они, конечно, там наваляли, это ясно абсолютно. Не, ну, им есть куда сдать. Посмотрите. Это всего лишь